Всем доброго времени суток, ребят, это Гудвин. У нас сейчас в телеграм-канале проходит большой розыгрыш. Это 40 аркан и за первое место еще 20 тысяч рублей. Все это приурочено к турниру, который сейчас проходит в Дубае. Это Бэтбум Удача. И вот за неделю мы все это разыграем. Поэтому переходим по ссылке в наш телеграм, участвуем и выиграем. Всем удачи! Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Вы на канале Гудвин Лайф. А с вами Миша, Саша сегодня не будет. Саша заболел. Алины тоже не будет, у нас половина состава старая, как в фильме «Орел 9-го легиона». Старичков вытащили, Егора, Ваню. И получается, кроме Егора и Вани, у нас в составе «Привет», Брагос. Вот сюда едем. Че, Егор, тебя долго ждать? Привет. Припозднился немного. Да все, все. Что с меня взять? Так, давайте я стою на автоатаке. Давай, да, да, да. О, Громанши. Ой, как будто бы чуть-чуть время поджимает. В чем заключается стратка? Саша еще вечность назад, когда патч только вышел, обещал мега крипов. Поехали. Мега крипов под тремя баннерами. Твою мать. Мы как можно быстрее получаем три баннера. А на 30-й делаем мегасов и оставляем противников все это добро дефать. Поддефать это очень-очень тяжело, тем более посмотрите на вражеский пик, это же просто шедевр. Мы посмеемся с ХСЛМ и по крипам, и дальше вообще ничего противники не смогут сделать. При этом мы напишем условие, что если 7 минут противники смогут отбиться, то после этого мы отдаем им победу. Но, разумеется, 7 минут дефца будет очень тяжело их пиком раз. И помимо того, что у них слабые герои, у нас еще есть бафы на мегасов. Это Варлок с талантом 15 на скорость атаки у крипов. И Энча Аганимля. Продолжай. Ой, сори, сори. А что, они вообще никогда же не отреагировали? У них, ну, норма считается? Видимо. Вот так, Рошанчик на нулевой. Обычно. Курьера, курьера. Кажется, это не такой же. Учитывая, что Дота вообще не играл. Курьер. Не, ну Рошана очень легко, конечно, убивать. Да, сколько бы его не апали. Ну да, да. Хорошо, шейкер вас хитит. Любопытный факт. Спасибо. Посмотрим, как на хайграунде будет вас хитить. Но я уже вижу этот ХСЛМ отчаяние. Нажми атаку. Да, я заблочил. Что это за плюха? Вы видели эту плюху? Нормально. Хедвик, если есть время и силы... Приблизь это, что это вообще за... Как без мата. Да. Да. Ой. Бедный Сларк, фиши, фиши. Нате. А, он тоже хочет меня? Он хочет в Тамбов. Удачи ему. На носу уже лето, а я все еще не купил новые пляжные шмотки. А их и не нужно покупать, ведь у эпиков есть батл пасс, где лучшие айтемы падают каждые 15 вывов, а большинство квестов абсолютно бесплатно. Мегашмот падает каждые 15 вывов, а ДК хук или плечи СФа на 60-м. А по моей ссылке батл пасс достается за 0 золота, и никто не сможет пошутить о вдителе сельхозтехники, потому что в этой рекламе нет буквы Р. А еще охота за лутом снова здесь. Помоги кунке дойти до лута за 5-1 хп и залутай халявные скины. Сделанные шаги остаются с тобой, за них можно закачать мега сундуки, где лежат халявные скины. Испытывать удачу можно каждый час даже на мобильном телефоне. Ссылку я оставлю снизу, так же как и код на 15% к балансу и на дополнительную попытку помочь кунке. Я могу крипа. Можешь ударить крипа? Ударю, ударю крипа. Привет. Я далеко. Привет. Угу. Так, здорово. Да, я. Мара стоит, маринуется. Буду воровать. Кайфую. Шишки, не... Не сейчас шишки. Я им такую жизнь устрою. На топ-лайне. Давай, давай. Как хочется Егу следить, вы даже не представляете себя. Это будет считал вот 4 апнуть. И побежать под тавр. Ой. Не повезло, блин. Ой, фиши, фиши! Паунс от крипов. Смотри, смотри, на тазл.
Давай, да убей! Какие же вы душные, пацаны. На. Хорош. Реагрит. Потеет. 51 тычка. А, жалко этого добряка, конечно. Ну, там тройная пачка по тавру, слышишь? Там тройная пачка по тавру зашла к Сларку, и я просто туда кашу закинул. Ты можешь скушать. О чем сухомятку ест, крипов? А вы зайчик подрубили? Зайчик подрубили? Бля, сори. Да. Прикол был. Че, подрублем? Вы куда перепутались, пьяница? Все, я пошел под тавр, я не могу больше. Как же у нее чешется? Что там, на таймере, что ли? Вы понимаете, я начальник на Good in Life. Егор? Ладно, я попарню. Это, мне кажется, часть моей работы. Всем пока. Еще, кстати, в чем плюс записи от моего лица? В том, что нет запрета на БКБшку. То есть вы впервые за несколько лет на Good in Life видите БКБ. БКБшка в этой игре особо-то не нужна, но я куплю ее. Ну, чтобы разнообразие было какое-то билда. Вот это вот реально анархист нашего времени просто. Покажи им, покажи, что такое БКБ. Давай, покажу. Ты БКБшку куплю, чтобы, если что? Егор? Иметь опцию помочь. Угу. Sorry. Да не-не, я прям идеально подвел. Все, ладно, вар достаточно нариновался, хотя подождите. Через 10 секунд награды еще больше будет. Сарк вообще крипов не бьет, да? Не занимается. И все, сейчас награда за него огромная. Он много статов украл. Это нет. 18 ловкость, ну, урона у него. Паузу поставьте, срочно. И все, отжимайте на другой. Ненча, ненча. Это мы кого-то троллим? А, это у меня байта, пауза тогда почему-то. Это было байт, это гениальный байт. Есть фразочка это у кого-нибудь? А ты реально забайт? Да. Фига ты мост. Тебе надо было, Миш, тебе в следующий раз надо ТП просто нажимать вот сюда вот. Не, по Т2 не хотелось вообще. Не, вот сюда вот, типа, за веточку, что типа он не видел, когда ты ТП нажимаешь. Ой, я шишечку купил. Ха-ха-ха-ха, долбоёб, куда ты прыгаешь? А штангу? Да. Спасибо. Вот это кайф. Вань, за рун XP пойдёшь? А рано ещё? Да. Пойдём. Просто заранее спрашиваю. Да. Или он стоит динает? Вроде в No Vision я увижу, как бард пойдёт. Я запутался. Ага, моя шишка. Твоя. Не нервничай только. Что, давайте проведем разговор, которого у нас никогда не было. Чего поговорим о сериалах. О, мое любимое, Миша. Не знаю, как ты вообще к этому пришел, но это прям в точку. Давайте рассказывайте, какие сериалы смотрят. Андрей, да я угадаю, ты сериалы не смотришь, только сверхъестественные 12 сезонов, и всего посмотрел 11 сериалов за жизнь. Память подводит, Миша. А вас подлагивает? Нет. Пока нет. В прошлой игре, если бы она была, подлагивала бы сильно. Герои так телепортируют, как будто. Да-да, именно так и было бы. Напрягает. Не, мне агенты щита вообще понравились. И сериалы. А чё он хочет? Не знаю. Выёбывается. О.
Так, а можно мне плюс один в мид? А то у меня куча живой. Ну сейчас резко приду. Я лечу. У меня есть тут парня? Нет, это так что поломал весь фишек. Тогда не приду. Всем советую, ребят, сериал «Клан Сопрано». Отличный мужской сериал. Вот. Что про него можно сказать? Ну не надо. Причем я нажал S, но очень поздно. Я думал, хоть ты даешь. А я специально печку убрал, чтобы этот... Стоит, смотрит, троллит. Весело уже. Не, я тебя не троллил, я наоборот не бил, чтобы тебе меньше, типа, это... меньше переменных было. Ну там же можно было уже, да есть. Извините. Что ты не золотый? О, вот это я узнаю. Вот это я узнаю Брагоза. В смысле? Медас до всего. Характерный почерк, так сказать. Что, откуда у него Free Fire? А зачем я вообще прорвусь героя, у которого Night Vision 1800? А мы сейчас этот... создадим ситуацию. А, уже не создадим. Жизнь, Free Fire, надевать минуты. Хорошо. Нормально, забавить его. Можно же пятью не выдать, а два давать. Дали, понесу? Ой, да. Тогда не я позорился. Чуть-чуть. Но Миша нам этого не показал, так что это лампой. Да, вообще больно. Ты гранаты хотел сдернуть? Музыку из бригады подрубайте. А, нет! Нет! Беги, беги, беги. Фиши, фиши! Нормальная плюха. Паузы и вопросы, сука! Извините, я что-то... Брагос сейчас три раза тише, чем я. Только что был два раза громче, чем я. Он тебе какашку в чат отправил. Мирись. Пипец. Я просто полинул. Так, погнали сразу же в гейт. Погнали в гейт. Да. Я на ноги бегу. Так, вы уже Рошика, да, хотите? Да. О, как раз он пробежал как будто бы. Мы тебя запомнили. А я нужен вам? А Чукура тоже может телепортироваться? Да. Да, и баннеры глобальные. О, Пуджайн вид. Много нового узнаем в игре. Да сколько можно? Так, баннер, все, вижу баннер. Сларк такой беспомощный сейчас был. Он не хотел первый нажимать в каше. О, видите? Мечта идет. Ребят, мечта. Да, мы на базе пушим. Готовимся под каждого рыша на одну... Я запутался. Полоску товаров бы. А зря тип нали, потому что пуш сейчас этот парсник. На чё расчет был, интересно? То есть меня убьет. Он просто хотел красивую хосленду. Держите, привет. Мне? Адмирана? Ну, спасибо. Ну, этот петух раньше. Ну, да. Окей, пойду покачаюсь чутка. Ребят, на топе проблема. Слушай, я лечу решать проблему? Нет, не лечу. Я без ТП-шки. Ну-ка, как это работает вообще? Ой, без зульта. Ладно, что-то без бафов не очень. Всего лишь пол слабка порвало. А он и снять эту хуйню не может. Ну да. Ладно, куплю трвала. На ботинке барбан сейчас. А катапульту сейчас нельзя приручить. Уже лет 5 как. Ты с какого года к нам телепортировался? Попаданец. Я на самом не попаданец. Плюс-минус никогда играл, поэтому. Ага, кентавр соло. А тебе зачем деньги? Так, ну всякие интересуюсь. Линзу делаю. Ладно. Да, в целом они не нужны, я просто хочу линию спушить. Можешь пойти побить. Не, все, я к тебе не пойду. Спасибо. Ты уже показал свой характер.
Но мне не стыдно, если что. Ну, оно и понятно. Ты хочешь фара набыть, Игорь? Ну, был бы не против, а что? Просто уточняю. Не надо тебе. Я был уверен, куда именно ты идешь. Просто линия в их сторону пушилась, почему-то. Да нет же. Или чё на топ? А чё, да давай ему голема. Да. Я его ещё подблочу. Голема сейчас ухватил. Он хилку ухал. Туда. Не мешайте крипам. А это просто прекрасно. Да, надо. Погнали в трон. Ой, а он аганим делает по столу, кстати. До блинка. Опа, увидели? Это блинк был? А, это нет. Аганим был. Нет. Опа, это все мне? Да, это все тебе. А, нет, это меня. Все мне? Если бы я украл, сильно бы расстроился. Миша? А мне не досталось нихрена. Да у нас только ловеры и нетфайтер убивают в команде. С одним запрещено. Так я тоже ловер и нетфайтер. Ну вот, видишь, нетфайтер. Все в порядке, все как должно. Видишь, ты добил, Миш. Он, I'm ловер и нетфайтер. Спасибо. Моя ты душа, моя ты прелесть. Ребят, вам не говорили, что вы очень оригинальные? Нет, ни разу. Теперь хавайте это. Везде. Ну, это обидно. Наверное. А если големчика приручить, из него маленький вывалится, когда он умрет? Да. Угу. Если ты про каменного? Да. Я помню, какой-то тип раньше на Думе брал, приручал, ну, хавал голема, получал скилл, шел, умирал под тавер. Ресался, шел, умирал еще раз по тауру, у него 4 этих микродума появляются и просто камнями забрасывал. Звучит как план. Вот типа реально задумался. О, громозавр. Я у Сарка последний фар отжимаю. Давай, пиздуй, фиша. Что, плюс 10 к броне, ничего у нас такого? У меня громозавра вот так украли. Меня путают. Ну ладно, он казнен в любом случае. Мне кажется, ты уже опозорен. Это уже, как знаешь, не смыть. Какая разница, он казнен. Да отстань ты. Как же это весело выглядит. Давай я сейчас подойду к тебе. Да уже. Да иду. Туда. Пипец. Альтернативные стратки фарма. Слэм легчайший был. Так, а как доминатор собирается? Ой, это не то. Не стак нос. Ну ё-моё. Так, дроша на 4 минуты, да? Да, ну короче, утро наступает, все, идем на Рошану. Реально. Ну что-то уже не терпится, знаете, мегасов делать. А по тебе видно, да. Налекание будешь закончил. Реально? Ты бы еще реально бы троллфейс бы еще использовал после этого. Шутка старая как мир. Ты че? Ладно, Миш, извини. Нет. За токсичность, извини. Да ладно, всего ты его забыли пару раз, что такое. Ну не всего лишь. Ой, блядь! Что началось-то? Его наказали за... Или... Нет, типа не Мишу или Чепану? А, Ваню наказывать. А чё вы мне так пристали? А чё ко мне? Как будто бы я какое-то зло плохое сделал. Давай, вспомни, сколько у тебя крипов вообще своровал. Ну сколько ты своровал, даже не считал. Правильно, потому что это ноль. Молю, философский камень. Найс. Теперь я буду богатым. Блин, вероятность моего выживания невелика. Как ты медас не купил, о каком богатстве у тебя речь может идти? Пятером. Мне пофиг на медас. Слышишь, ты такие слова применил. Опа! Что? Красиво было. Ага. Фармплан. Ну да. Я его только ради этого и взял.
А что это было читать в него? Да пофиг, все равно он так, у меня главный фармер. Нет, я себе стакаю. У меня уже почти блок. Мне хасам отдали. В смысле как? У меня уже почти бластоун. Вот кнопку нажали, он и хасам, да, типа. У него вот вроде не было бластоуном, да. У нас все окей, да, ребят? Да. Это волшебно. Кайфую. Смотрю, что-то счет команд равный и задумался. А я могу больше одного крипа приручать? Я просто, что? Знаешь, вот, типа смотрю на счет и вижу топ, знаешь, мне как-то сразу спокойнее становится. А, ну, кстати... Верно подметил, пацан. Какой? Блин, хорошо, что не чушь фан, знаешь. Подвидели мы... Не чушь фан, реально. Решитый. Двух крипов всего. У меня фишка убила. Фишечка. Фисташки. Любили? Ой, любите? Любил. Ну, хватит! Хватит! Помогите! Почему тут нету помощи? А все, не нужно помогать. Я в порядке. Миша, я на тебя сверху смотрю. У шекера блинк и агонима. Мешок подойдешь? Да. Прикол. Так хожу на прикол. Так спот по пути убью быстрее. Хорошо. Я уже на Роши варды поставил сразу. Привет, у тебя край. Кинера домик. Капка стоит. Домик. Да возьми радио пока что, пока кайфуй здесь минут АФК качу. Перейдем. Да не, мне нравится кайфовать по-другому немного, знаешь. Чего у Рубикаса так спит? А, оверпауэр. Ну давай, кайфуй. Я люблю кайфовать так, ну, чтобы кайфовали от моего кайфа другие, так сказать. Ауф? Или еще не ауф? Так, знаешь? Запомните, пацаны, это забудете. Если я стакну, там награда уменьшится. Так, погнали, уже шпиц сразу же. Пошлите. Шардик себе сам куплю. Давайте вражеского терминатора после Рошана. Раздадим. Давай. Шарды на команду. Так. Мне нужен вижен. Вот же он. Роша будет проходить и подсветиться. Да, он уже не будет. Так не, он либо здесь заспавнится уже. Окей. Оставь гарпию большую. Спасибо. Чему... Да, блядь, сейчас это? У меня кот с ума сходит. О, Рубик тут! Парни. Вот это задумали. Вот, нажал вот блинк здесь. Выше. Он вот здесь. Набрал. Простите. Он ушел, забей хуй. Есть, сэр. Так, мне нужно это. А, они здесь. Убил блинк. Там каша у этого. У Рубика. А, убегает. Придется перерезать их сперва. Только не сладко. Подпаливайте, перережем быстренько. Он мой статы ворует. Бойзеров? С диффузами. С диффузами, всю ману боже покрепил. А большие будут? Пуч. О, он мне сам присел. Угу. Дружелюбные соседи. Роша. О, хорош! Удачная химическая реакция. Классика. Там голем. Че, смотрителя не захватил? Момчик. Спину заходит, спину заходит. А че он вообще тут забыл? Это не его битва была. Так все, погнали в Рашпит обратно. А, пойдем? А вы вдвоем Рашана. Да. А там по таймингам не успеваем. Я хочу просто подсказать. Ну, а там в любом случае минималка на 30 будет. Тут уже максималка, значит он там 100%. Вы только знаете, как сделать? Сделать мега крипов, фидануть, типа, чтобы у них шанс появился там какой-то. И можно пойти будет сразу это, баннеры ставить. Баннеры ставятся вот сюда, сюда и вот сюда, я правильно понимаю? А, чуть ближе плотно. К делу покажу. Забирай. А чё, Миша, сам не расставишь? Что еще раз? А дайте сыр, есть сыр у кого-то? А чё ты не расставишь? Или... Ну давай сюда расставлю. Или просто сейчас слоты... Не, забиты. Там нет КД. А торментора-то чё, ребят?
сосали. Кстати, да, давай еще вернусь на терминатора. Да, бейтесь, так, падла. Но... Давай, давай, ты давай. Ой, вот это кайф, вот это контент. Так, мы с пацанами тоже двинули. Коней. Блин, я себя самонером чувствую. Ты самонер есть. Ой, стоп. Видите? Не, ну... Воли монет, да? Он раз такое делает, то можно сразу и попушить. Меня всех пацанчиков убили. Ой-ой-ой, он взорвал my little friends. Да, да, да. Тут жаба. Миша, тут жаба была. Где жаба? Все, уже убежал жаба. Так, давайте тогда Торментра. А тут жаби. Вот он, докуда добежал. Жесть. О, троллинг. Она куда полетел? И вот так вот можно. Растипал. А. Your communication score. Нельзя растиповочку сделать. Прикорнуться успел. Прикорнуться успел. Надо убить Рубика. Хорошо. И давайте одну сторону и расходим. У нас еще Торментр наш не убит. Даже не понял, что произошло. Они мягко... Ой, бэкдор нажали. Бэкдор нажали. Во. Но оговорился, Андрей, ну что ты пристал? Капец, Андрей, не слышал? Я просто... Нет, у меня в голове просто картинка, ну, дота в 2030 году. И люди бэкдор уже нажимают. У меня в этом контексте. Я вообще не удивлюсь, считывая сколько глифов. Не, мне кажется, там будут сундуки с вакбаном скоро. Вот это более реалистично. Так, давайте расход. Так, через 5 минут у нас новый Рошан. И к этому моменту в идеале бы мегасов сделать. А ты... А-а-а, ну ты все равно получишь, кстати, экспо. Так, а мне герои вообще не дефают, да, мегасов? По идее. Надеюсь. По идее. Прости. Сладко больше будет не мешает. У меня как... чуть-чуть не хватило до линзы. Ладно, вопрос, если ботинки барабаны на крипов не работают, то работают ли обычные ботинки? Обычные барабаны? Вряд ли. О, кранц армор по LI. Это надо. Топ 10 аниме предательств. Упа, на топе помогать? На топе нужна помощь? Я мид почти сломал. Ну, крути, крути, крути. Я бегу, бегу. Ты твою мать. Твою мать. Ты что за фокусы? Фокус? Почему он не убивается? Блин, он там много стачков набил. 19 аж. Но у них не падает. Такое дело. Это правда. Вот она и сейчас сплит пушер. О, нет, меня законтрили. Или нет? Он без ультимейта. Руби, руби, руби. Руби. Да пульта еще живая. Мне пофиг, ну, немного торопимся, мне кажется, с мега-крипами. Нет, нет, у нас как бы 3 минуты на мега-крипов, по сути. Хотя, с другой стороны, мы прям с баннерами можем доделать. Тогда пойду нафиг попробовать. Давай. Хорошо, что Рубик мультикас украсть не может. Вообще радостно. Как же он формирует, боже. Блин, мне дальность не упала. Ну ладно. До телескопа мы не доиграем. Шардовый. Увеличивает наносимо. Нет, это не. А где крип? Я крипа потерял. Маля палева. О, смотри, прям... забачу, забачу, Миша. Давай. Вот он хупнет. Закрой крипом, закрой крипом, закрой крипом, нет! Нет, Миша. Я не настолько...
Давай, начнем. Так, Ирубена, тебя погнали. Ты не виноват. Виноват, привет. Это правда. Но он же не закрыл тебя. Давайте отойдем, а то сейчас они это... Я бы реально, я бы подождал байбека, байбеков. Я бы фиданул на самом деле, просто по приколу. Можно заранее, кстати, написать им про мегасов? Не. Хорошо, сначала делаем мегасов, потом сообщаем, да? Последний баннер, да, остался? Да. Миш, ты любишь спойлеры? Ну вообще, я абсолютно равнодушен к спойлерам. Вот представь, ты людям спойлеришь, что будет через 5, ну, через 3 минуты. Мне кажется, я бы не оценил такое. Зрителям или противникам? Противникам. Зрителям ты просто спойлеры на начале. Продолжай. А вы тоже помните фильм 2012 выходил про конец света? Вы тоже плакали, думали, что так реально в 2012 году будет? У меня сосед за бой ушел. Спойлеры к жизни. У нас много других спойлеров к жизни. Шутки шутками. У меня и бамперы, и спойлеры. Вот это. Да, да. Не знаю. Пипец. Это чисто. Рун экспресс забери, Ваня. А у меня есть уже. Вы еще дайте. А, это не мне. Недостаточно, Ваня. Ладно, пойду урожай. Привет, ты не думал сменить имя, чтобы удобнее было? А как тебя, кстати, зовут? Его Ваня. Привет. Его привет зовут. Вообще его зовут Ваня, но никто не верит. Необычно. Мне даже в комментариях писали, когда я писал, как меня зовут, что нет, меня не так зовут. Слушай, ты, конечно, извини, но это имя занято. Доступно Ваня 99, да? Иван Кверти, Иван Кверти 3-2. Иван 2002. Не угадал бы? А ты вот когда тебе сказали, что ты не Ваня, а ты уточнил, какое имя можно называть, чтобы тебе поверили? Не, мне сказали, его не Ваня зовут, его зовут Влад. Я такой, ладно. А что ты про часть с Владом не рассказывал? Рассказывал. Нет? Нет. Мне казалось, рассказывал. Мне не рассказывал. Так, надо медаст рухнуть. Ну? Не-не-не, смотри. Как надо фармить. А, там Рошан, кстати. Ой, да, я что-то режим Санька активировал. Там нету, там нету его еще. Нету, мы ждем. Минималка только вылетела. До 3 минут придется ждать. На Шеке, кстати, будет неплохо крипов дефать, у него же сплэш отгонимы, нет? А все остальные? Кстати, я сделаю то, что вы обычно на Golden Life не увидите. Блядь. Не нафидишь под фонтаном? Миш, я сделаю то, что обычно не делают на Golden Life. Не, это делают постоянно. Не, Саня так в каждой игре делает. Капец. В микрофон. О нет, меня хотят напасть. Мы помогли, но мы стоим на вижене. О, я, кстати, умер. Ну, сами на кого-нибудь. Тишь, аганимчиком. Длительность сколько? А ты купи блинксы, кстати. Слышишь, Ваня? Я зачем? Тебе же... Баннер выложил. А, привет, который. Сука. Как его выложить? Короче, один баннер вот сюда, один герой стоит охраняет, один баннер вот сюда. На базе баннер лежит. И один баннер вот сюда. И будем стоять охранять. Пойду на Терминатора пока смотаюсь. А Терминатора мы когда убивали? И кожи где баннер? 22-й где-то. Он еще не заспавнился, можешь по карте посмотреть, просто на весе. У меня подарок. Да, я заметил, что его нет. Где-то 22-30. Опа, ничего себе подарок. Это все мне? Здесь шерпит еще раз. А я медас выхожу начинать. О, у меня... Стоп. Это как? Нифига. Бля, Рошан, давайте все самое ценное, кроме медаса. А там... вы у меня баннер спавнились. На тебе базе курьер, валялся. Скорее всего, подкинул. Привет. А если медас отдам, заспавнишься? Нет, это вообще не мое, это подкинул. Ну там до максималки 30 секунд. А чё, мы терзачили? Нам топ надо сломать, нет? Уже 32 минута. Но на 33 где-то, вот.
Сейчас я запрыгну и заспавню его. 33-15. Да-да. Ну, слушай, заспавню. Ты запрыгнул, он не сразу появился. Ну, плохо заспавнил, да, нужно было лучше. А, еще не убили, хорошо. Пипец, вы не доигрываете. Так, и погнали по топу делать мегасов. И расставим баннеры после мегасов. Блять. Вот, вот то же самое, бля, вот нихуя редко получается. Но идти в направлении просто не стоит. Нет, я все время пытаюсь какой-то, знаешь, пиксель нажать. Вы пытались добежнуться через гейт снизу? А я смог. А там нужно камерой, в общем, поиграться, камеру как можно выше, и вот в эту точку подойти, и очень легко это делается. Ну да, там, не знаю, идти в направлении, кажется, можно. Идти в направлении на капслок, он нажимается через гейт. Эх, ослы. Блин, ну он жалко, что отдал его. Это да. Жаль, конечно, этого добряка. Сейчас как клепнул. Все, Андрюш, подготавливай текст. Кошу, ну, кучу взял. Есть просто здесь? Не. Да просто бей. Фиши. Не надо их, Миш, не надо их убивать, пожалуйста. Да. Лёгся. Я, блин, сбил ему. Так, а вы баннеры поставили, нет? Нет. Нет. Один сюда. По миду где? Я ставлю на топ, окей? А куда мне ставить в миду? Я в миду хочу. Куда ставить? В миду давай вот сюда. Окей, я поставил на топ. Я вот сюда поставлю, Миш. Давай. Сейчас я точку найду. Ставил? Я поставил. Да, окей, все. Так, и стоим охраняем баннера. Го крипов бафать? Я опять заманушку. А я бафаю, вот это подходим. Давайте я контроль просто. Огрмага бы на бот, наверное, а трое в мизе пускай тусуются, я на топе поохраняю. А чё мой дракон убьётся? Я дал контроль над существами. Сейчас бот приколюха, а хэсламы нету, к сожалению. Одна приколюха точно в КД. О! Ну дай хэслама чуть-чуть совсем подержаться. Алик. Пошло, поехало! Он сбил меня, убил. Надо еще забавить. Не, ну пуш хорошо держит с Шивой. Шива прям пушка. Это вражеская. Ага, все. Как тяжело. Каша. Бедный клерк. Контроль ты крипов, пожалуйста, кто-нибудь. А чё сам? Я их квадратиками все буду. Ебать, кота по 1600 хп. Вот ты нашел? Да. А, ты... Но это я не заснял. Это его доп работа. А кота по вот так потанчить может? Ой. Да не, давай. А есть форстой? Да. А, глиммер. Ну, кстати, ты упростил им работу за счет того, что Сларка подстакал. Да блин. Крипов надо убить. Че он пристал? Жаба. Забежал. Жаба. Да че он пристал? Не, жабе реально охуевший. Жабе надо. Кстати, жабе. Догнать. Ну это вообще неадекватно. Ща. Жаби. Че я тебе сделал? Куда? Так, баннеры защищены. Да все, посижу. Мультикас на баф на крипов, ебать. Надо крипов, ребят. А у нас, кстати, нету этого террас? Сейчас куплю. Я тоже сейчас куплю. Я фоткам, смотрите. Стоп! А у меня, кажется, у меня Сларк утащил баннер! О, как я заруинил дико, да. Пиздец. Вы допустили поломку дорогостоящего обмундирования. На, Егор. Освободи слот, пожалуйста. А, верни арканы. Нет, я случайно этот. А я чуть мозг не срывался, да? Мне даешь арканы и говоришь, освободи слот. Так, кираса у меня готова. Я поднимаюсь на горку, стоять рядом с крипами. А добейте этот. Барак. О, хорошо. Опять жаби. А что-то крипы этот. Где крипы все? Так, у меня кираса. Сейчас получим. У меня тоже кираса.
Я же тебе сказал, что я куплю. А я тебе сказал, что я куплю. Ты фрик ебаный, блядь. Смотрите, мистер Дудж. Не, ну мистер Дудж прям хорош. Мистер Сальери передает вам привет. Привет от семьи Сальери. Я и скончился, нет, прикрой. Блин, у меня когда? По крипам, резко по крипам. Ой, 4 на крипах. Бари кашу? А у меня когда, когда? А чё каша не доварена? Типа тавр падает за секунду. А я отменил случайно. А там умирает? Руджа. Отойдите, чтобы они задефались. Мы не бьем их, но мы бафаем крипов. Я понял. Литр, парк сзади. Он не стал кидать в меня, хотя ребят, я дал ему эту кашу, опцию. Кашу, спасти рядового кашу. Покажите его, один секунд. Ой, я успел мак. Все. Я кашу варю под Сларка! А, на крест. Надо закрыть его, закрыть паунса. Ой, закрыл. Смотрите, на шейкера, срочно. На. Блин, а можно? Блин, инвиз имба. Огонь на скилл нажать на трон. Слушайте, это два баннера, это и при том, что я бездарно слил один. А, ну кстати, они уже почти дожили. Продержится еще минуту и все, и победа. Нет, мы сказали 5 минут. Ой, 7 минут. О-о-о-о-о! Ну, на него! Да? Импет! Энча! Куда? Смотрите, сейчас поджжем! Как же их ебать? Вперед, работяги! Бай-бай. Все. Ай, трубка! Сраная кастомка. Ратуша упала. Минуты им не хватило. Одной минутки. Ну, повезет в следующий раз. Ага. Ну и показываю статку. Всем огромное спасибо за просмотр. Отдельное спасибо тем, кто ставит лайки, кто пишет комментарии. Это очень помогает развитию канала, развитию видоса в частности. У нас сейчас на канале... Почему ты говоришь про лайки и комментарии именно в конце? Да, надо раньше говорить. Факты. Но вот в конце, если вы это услышали, то это прям втройне важно, поскольку вначале я забыл. Блин, а если Хедвига попросить вот конец начала ставить? Ну, ладно. Кстати, зависит от него. Так, и всем огромное спасибо за просмотр. Отдельное спасибо тем, кто ставит лайки еще раз. И мир вам.